No. Ooh. Yeah. Твои сникерс по длине твоих волос, у твоего отчима пиздатый кто. Как зарабатывать много денег на творчестве? Как? Да значит, это тебе надо. Взяла тряпку, моешь пол. Писать можно все. Хотите новый ремонт? Чешите стены. Хотите новый автомобиль? Чешите на работу. С днем строительницы, любимая. Во-первых, день строителя в августе. Во-вторых, я здесь при чем? А ты же все время строишь недовольно. Короче, пока вытаскивал колеса, Илья рискал почистить машину. Она почистила какого-то мужику, а высунув он не почистила. Просто лежу с закрытыми глазами и просто я не хочу ни разговаривать, ни шевелиться. В Дубай лечу, у вас есть что-нибудь, одежда какая-нибудь летняя? Но если че, я в Дубай лечу, знаете как. Девушка, я в Дубай лечу, не знаете, здесь можно что-то для Дубая купить? Не знаю. Блин, я просто в Дубай лечу. Вы живы, да? Да, это я, это я. Боже, как я в Дубай живы. Лечу, знаете, я в Дубай лечу. Ты не когда? Круто? Вот на днях полечу. Блин. Дай в телю. Вот это что? Я бариста. Какой национальность? Какой? Кыргызка. Блядь! Реально! Да ну нафиг, серьезно! А в Дубай с нами полетишь? Да. Полетишь? Есть паспорт? Да. Что, летим в Дубай тогда? Да. Все, кайф. Ну не плачь, ты чего? Тебе нужны вещи для того, чтобы полететь с нами? Да, пойдем вещи туда покупать. Серьезно? Да. Я реально куда не зайду, везде ребята с Кыргызстана. Спасибо. Отвечаю, это уже как родная страна моя. Я уже необходимо мне туда полететь, ребята. Кто меня ждет в Кыргызстане? Короче, ребят, у нас на кухне завелись тараканы. И сейчас я вам покажу одного из них. Мы не знаем, что делать. Он постоянно ворует наши сардельки. Подскажите, как от него избавиться? Ребята, хотя бы не просто так убежала. Извините, задела вашу машину, с меня вкусняшка. Вот такой рулетик. Ну, правда, задела чуть-чуть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, соседки перекурила плаха. Ты чё, как хочешь, корки морщишь, дружище, не сорви днища. Леди ест вместо кукурузки, пердеть будешь без нагрузки. Мальчик такой мамашей, что съебать. Я кормей. Повесили мы телевизор. Как выглядит боль. So freaking. Excuse me! No! No! I see your rabbit ears. Yes, you do! I see your rabbit ears. Hello there. Do you have a boyfriend? I do not have a boyfriend. Are you asking for a friend? I'm asking for me. I see. Unfortunately, I am not on the market. Robots do not have relations. Do you have a boyfriend? I'll take that as a yes. А. Подожди, блядь. Что ты хватаешь, дебил? На. Хватает он. Иди сюда, дурачок. На, Василь. На. Толстый. Толстый. Все, толстый. Потерялся нахуй. Ну куда ты собрался? На рыбалку. На рыбалку. Рыба на балконе, водка в холодильнике, лунка между ног. Просто понимали, какая у меня свекровь. Она нам передает
чищенную картошку в банке водички, чтобы мы не тратили время на чистку картошки. Не, ну а что, идеальненько. Все готово. Эти люди стоят в очереди первыми, чтобы первыми ждать меня потом в самолете. Вот они все сидят. Уходи из дома. Уходи. Все, живи на улице. Не хочу видеть тебя дома. Уходи. Я тебя вижу. Короче, типа, такая хуйня. Вот писал экзамен, там положил сюда листочек. Сфоткать надо, типа, было. Вот заливал, залил сюда. Отсюда удалить нельзя, короче. Не посмотрел. Захожу сюда, короче. Вот работа, понял. Тут кусочек телеграмма. Горячие милфы, сливы, писик из ТикТока, блядь. Youngin, hold on. Да? Пошел нахуй!